Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал. В гостях у Павловны. Сегодня мы будем готовить вот такую красоту. На новогодний стол вполне это тоже даже очень ничего. Это карп. Я покупала его недавно. Хорошая рыбка, мне нравится она. Костей таких у нее нету мелконьких, вот как у карася в хребте. Брюшки такие жирные. Я почистила. Удалила вот здесь жабры. Сейчас посолю, поперчу. Буду я карп фаршировать. Что для этого я взяла? Я поджарила грибочки. Белые у меня грибочки. Лучок. Морковочку маленько потомила. Так. Отварила гречки. Тут у меня около стакана. Отварила. Подсолила все понемножку. Сейчас рыбку натру. Рыбку внутри хорошенько. С солью, с перчиком. Сверху, внутри. Все так замечательно. Она у нас вкусненькая была. Вполне хорошее, красивое и вкусное блюдо. На праздничный новогодний стол. Сейчас я все буду смешивать. Всю начинку перемешаю, нафарширую. И будем дальше, буду дальше показывать. Вот он, красавец у нас. Вот такая отличная начинка у меня получилась. Я перемешала все составляющие этой начинки. И очень вкусненько будет. Сейчас буду фаршировать. Нафаршировала своего красавчика. Обмазала майонезом, лимончиком. Полила немножко. Рыбка любит лимон. Сейчас духовка у меня нагрелась. Я прикрою это дело все фольгой, потому что рыбка у меня... 300 кило, ей нужно хорошо пропечься. Хотела скрепить брюшко зубочистками, не получается. Не тут-то было, там такой слой сала. Ну, начинка вошла. Я даже, знаете, в жабры, вот сюда в жабры, у меня же очищенные жабры, напихала остатки начинки. Так что вот такую красоту отправляю я. Посмотрю минут на 30, посмотрю, как будет. Вот такое блюдо из карпа представляю я вашему вниманию. 40 минут карпуша у меня находился в духовочке. Вот такая красота. И овощи, я считаю, здесь маринованные, консервированные. Они как раз к месту. Лимончик. Можно здесь отварить картошечки. До полуготовности отварить. И затем запечь ее до золотистости и рядышком положить. Это тоже будет отличный вариант. Вот такая красота. А сейчас всем пока. Заходите, подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки. Всем пока.